Здравствуйте всем. Еду с вечеринки, пока стою в пробке, решила с вами поговорить. Здравствуйте, здравствуйте. Как видно, как слышно, дайте ваши сердечки. Увидели меня, услышали. Я сегодня делала в сторис опросник. Сейчас пойду на эти вопросики и поотвечаю. Сейчас на эти вопросики, на ваши поотвечаю. Потому что вопросов огромное количество. Если сейчас начну в сторис отвечать, сторис у нас загнется. Огромный привет, Владикавказа. Вы прекрасны. Благодарю. Владикавказ мой родной город. Я выросла в Владикавказе, училась в 42-й школе, поэтому Владикавказ я очень-очень люблю. Кариночка Бачик, привет, моя дорогая. Обнимаю. Дальше смотрим вопросики. У мамы рак яичников. Как я могу помочь, кроме поддержки и любви? Психосоматика. Никак. Чем больше вы хотите помочь матери, которая имеет какую-то патологию, тем больше вы это берете на себя. То есть важно понимать, что когда маленький ребенок сильно хочет помочь фигуре высшего порядка, а мама в данном контексте является фигурой высшего порядка, ребенок и на себя забирает ее болячки. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать для матери, это быть счастливым и здоровым. Это важно вашим детям тоже говорить: дорогой сыночек, дорогая доченька, я большая, а ты маленькая, или маленький. И твоя единственная задача — быть счастливым и здоровым. Поэтому, если вы хотите помочь своей мамочке, просто будьте счастливы и здоровы. Мама будет счастлива. Может быть, даже выздоровеет. Ресторан «Жар-птица» еще стоит возле терека. Ой, вы знаете, я не помню, я не знаю. Это не ко мне. Юля, выглядишь потрясающе. Спасибо большое тебе за твой наряд из крокуса. Очень рада тебя видеть. Лизочка, привет, моя хорошая. Да, я тут недавно раздавала на аукционе свои наряды из крокуса. Три. Вот Лизочка приобрела один из них. Давайте дальше вопросики посмотрим. А можно рассказать про поклоны? Не нахожу в Телеграме. Так, смотрите, есть такая практика, это практика Рами Блэк, да? Вы 40 дней делаете поклоны папе, 40 дней поклоны маме, и левой рукой пишите: дорогой папочка, прости меня за все, дорогой папочка, я прощаю тебя за все, дорогой папочка, я благодарю тебя за все. И делайте 3 поклона. Это делайте 40 дней папе, 40 дней маме. Я сейчас делаю уже 40 дней себе. Вот. Поэтому практику эту напишите в директ, и мои девочки вам вышлют подробности. Девочки мои, скопируйте просто из Телеграма то, что я выкладывала, и отправьте. Кто хочет эту практику, либо в Телеграм-канал идите, подпишитесь, там найдите просто по поисковику, я в Телеграм-канале подробно прописывала. Либо девчонкам моим напишите в директ, они вам вышлют. Добрый вечер. А есть ли фиброаденома груди? Все болезни, которые касаются женских органов, это гинекология или грудь, это тема работы с мамочкой. Марафон Юлии Хадарцевой, родители, папа-мама про. И если у вас реально что-то с грудью или с низом, это «Время быть женщиной», такой есть марафон. Ну и сразу всем скажу, в эту пятницу, я уже сегодня об этом говорила, еще раз скажу, в эту пятницу мы на 3 дня едем в Подмосковье на выездной. Там у меня есть 2 места на заказчика. Я вам так скажу, вообще это место стоит, у меня вообще 220 стоит расстановка одна. Там вы в течение 3 дней расставляетесь, это стоит 300, давайте всем, кто в течение, там, не знаю, ближайших 2 места, кто успеет занять, 250 тысяч, можете взять место заказчика. Тем, кто только на эфире, только для вас. И это действует только сегодня до 24 часов. Все. Ну, я думаю, что сейчас заберут. Вот, так что можете за 250 тысяч 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, вы со мной в Подмосковье, мы расставляемся. Вы можете быть заказчиком. Вот. Поехали дальше, смотрю. Хороший такой вопрос сейчас. Как уйти от психопата? Ну, первое, я вас поздравляю, если вы осознаете своей головой, что вы живете с психопатом, это значит, четко вы это начали понимать. Второе, надо осознать, что если вы живете с психопатом, это ваша психотическая энергия, с которой вам надо самим работать. Третье, когда у нас есть в пространстве психотическая энергия у кого-то из нас, из наших клиентов, если это ваш любимый человек, ваша задача очень четко действовать в системе и структуре. Система и структура в рамках
нашей земли – это как минимум полиция или органы полиции. Это одна из причин, как можно уйти, один из моментов, как можно уйти от психопата. Ну и любая наша система. То есть, смотрите, когда у нас мозг уходит в психопатологию, нам очень нужна система. Если вас обижает психопат, вам нужны органы правоохранительные, соответственно, либо ваша система. То есть это, что вы можете сделать? Каждое утро вставать, там, в 6 утра бегать, отжиматься, голодать. Вот я, например, сегодня голодаю, у меня сегодня сухое голодание. Вот. Ну и набраться сил, да уйти от психопата, все. То есть психологически дать себе системы, системы питания, системы тренировок, системы уборки, любой системы. А, Юлечка, когда книга про чакры выходит, жду. Этот. Моя команда, вы на эфире кто-нибудь? Команда, я даже не знаю, что я в эфир вышла. Скажите кто-нибудь из моей команды, когда книга выходит? Я, честно говоря, не знаю, но скоро. Как относитесь к неудачам мужа в бизнесе? Систему нашу сразу штормит. Как относиться? Вы мужчину любите в горе и в радости. Обещали любить в горе и в радости? Вот и любите в горе и в радости, чтобы ему не приходилось вас проверять, и его бизнесу не приходилось вас проверять. Дорогие мои, поверьте, за всю вашу жизнь, где вы вместе с партнером идете бок о бок, может происходить все, что угодно. Да, и здесь задача не циклиться на деньгах или успехе. Поверьте, сегодня может быть успех, а завтра может быть неуспех. И тут вопрос, насколько вы выбираете этого человека в любой ситуации. Да, жизнь настолько непредсказуемая, если вы будете любить, когда у него успех, и не любить, когда у него неуспех, ну как бы далеко, далеко вы вместе не уедете. И то же самое касается, на самом деле, бизнес-отношений. У меня сегодня тоже девочка пришла ко мне, знаете, в команду, тоже рассказывала, как она все круто, а тут у нее там 3 месяца прошло, она мне говорит, ну как бы я не буду работать. И вот эти вот моменты, знаете, вы либо выбираете партнера до конца, бизнес-партнера до конца, компанию до конца, ну либо вы просто маленький ребенок, который топочет ножками. И здесь, соответственно, хочется, чтобы вы и в отношения шли до конца, и на работу шли до конца, и в развитие шли до конца, выбирая жить на этой планете до конца. А когда вы то павлином хотите быть, то курицей хотите быть, то, я не знаю, кем еще, машиной, то собачкой, вас в первую очередь это в психопатологию заводит, и вам в первую очередь там не очень комфортно. Вот и все. Тянет к бывшему мужчине. Почему? Может быть, у вас с ним кармическая связь, может быть, баланс не обнуленный. Ну, приедьте, обнулите баланс. Мы с бывшими очень хорошо закрываем связь на марафоне «Время быть женщиной», на марафоне «Люблю себя» обязательно сходите, на марафон «Люблю себя», мы там все это закрываем. Ну и, соответственно, куда еще? Ко мне на расстановке приезжайте в пятницу. У меня в пятницу, еще раз скажу, у меня выездной уикенд в Подмосковье. Мы будем жить в Хилтоне, очень классно, у нас отель. И мы едем пятницу, суббота, воскресенье на 3 дня. Едем, я Макара беру с собой, собаку беру с собой. То есть такая классный выезд на природу с расстановками. Поэтому давайте присоединяйтесь. Сколько я по времени эфира веду? У меня просто... Я стояла в пробке, знаете, так прикольно, я сейчас вам скажу. 8 минут всего. Стояла в пробке, думаю, ладно, выйду в эфир. Вышла в эфир, пробка завершилась. Юля, возможно ли создать семьи между двоюродным братом и сестрой? По системе это неправильно, я не очень это поддерживаю. Так, на этот вопрос я в сторис отвечала. Да, читают мои мысли, не могу избавиться от этого, отправляю негативные мысли, так не считаю. Что непонятно сказали, но если вы думаете, что-то считает ваши мысли, у вас большая корона на голове, угомонитесь. Поверьте, людям бы со своими мыслями разобраться, им уж точно не до ваших. Поспокойнее просто к этому относитесь и живите свою самую лучшую жизнь, а самое главное, сделайте так, чтобы ваши мысли были позитивными. Вот я, например, вам скажу, я же сейчас пытаюсь отучить себя от матерных слов, не экологичных. И я, если даже подумаю какое-то матерное слово, я приседаю 10 раз, понимаете? Можно ли онлайн присоединиться к уикенду? Ну нет, конечно. У меня уже практически нет онлайна, и присоединиться онлайн нельзя. Приезжайте, Господи, приезжайте на 3 дня на расстановочный уикенд. Заместитель стоит 120, что ли, тысяч. А заказчик, вот я сегодня всем, кто на эфире, даю 250 на заказчика. Вот, поэтому можете присоединиться. Здравствуйте. Куда смотреть, если у ребенка эпилепсия? В свое
в свою психопатологию, в свое неумение контролировать свой мозг, свои эмоции, свое сознание. Сколько ребенку лет? Спасибо, наверное, кармическая связь, баланс уже с вами обнуляла, было суперски. Если свадьба и детям быть, это может не случиться, поругались. Дети поругались. Ну, как бы, родители не лезьте, с одной стороны. С другой стороны, опять же, почему дети ругаются? Дети ругаются, потому что они в себе не уверены. Значит, ребенок и человек в себе не уверен, если у него не простроены отношения с мамой и папой. Ваша задача сказать, у тебя ты сыночек или доченька, кто у вас там? Ты самый лучший, все. Ваша задача, родители, любить ребенка в любом случае, и заступаться за него, и быть рядом с ним. Суицид, потом анорексия, потом... булимия, закончилась зависимостью к алкоголю. Откуда такие желания умереть? Из личностной, родительской и родовой кармической системы. Сейчас я вам скажу интересную вещь, но мне знакомы все эти энергии. Я знаю, что такое суицид лично. Я знаю, что такое булимия, знаю, что такое анорексия. Поэтому, милости прошу, с такими диагнозами к Ходарцевой срочно, серьезно. Я сейчас не шучу, я прям реально говорю. Если у вас вот эти все показатели, булимия, если вы реально объедаетесь едой, потом занимаетесь рвотой, если вы пытались покончить жизнь самоубийством, или даже ваши родители пытались, ваши родственники пытались, обязательно ко мне. Почему я об этом говорю? Знаете, почему я сильный терапевт? Потому что я действительно много чего в своей жизни проходила. Ну, очень много всего. Поэтому приходите, со всеми этими симптомами поработаем. Почему алкогольная зависимость, непростроенные, нездоровые отношения с матерью, как правило, лишний вес не могу скинуть, а марафон тела к лету вам в помощь? Я сегодня сториз записывала про лишний вес, там может быть огромное количество причин, начиная от абортированных детей, когда организм хочет доносить ребенка. Здравствуйте, Андрею привет, водителю моему, Юлия Фитнес, Андрей вам привет передает. А вы знаете, кто это? Юлия Фитнес, нет? Какому Андрею привет? Водителю? Юля Фитнес. Какому Андрею? Андрей, вам какая-то Юля привет передает. Вы моего водителя знаете, да? Вот Андрей. Андрей, ваша девушка, что ли, какая-то? У нас уже поклонники за меня на эфире. Моя мама сказала моей дочери, что она шпала очень высокая, а другую внучку поставила в пример, какая она красивая, невысокая. Ну, вы своей дочке скажите, что она самая красивая, пусть не слушает бабушку свою. Да, вашему водителю. Андрей, это вам привет передаю. Супер. А он вам тоже передает, да, Андрей? Да. Он не ожидал сейчас. Не могу забеременеть, голодала 16 понедельников. Что еще стоит проработать? На расстановку прийти. У меня огромное количество кейсов, где девочки не могли забеременеть, а потом забеременели. Почему мы не можем забеременеть? Это когда бабушки рожали детей и умирали во время родов. Это когда дети умирали. Это когда есть абортированные дети в системе. Мы не можем забеременеть. У меня хорошая здесь проработка. Я приблизительно, даже не приблизительно, да, своей родовой системе это очень хорошо знаю. Юля, что делать, если муж тиран преследует? Выводите из себя жертву. Выводите из себя жертву. У вас в пространстве есть тиран, когда вы жертва. Эпилепсия у ребенка 7 лет. Это мама. До 8 лет это мама, с 8 лет там уже папа подключается. Мариночка, надо с собой работать. Ну, реально, приезжай на расстановки. Вот, почему у ребенка синдром Дауна? Ну, я вам, давайте, откуда ответить вам? Из вашей ответственности отвечу, что вам нужно работать с собой и со своим мозгом. Из кармической истории ребенка могу ответить следующее. Ну, давайте, сознание человека, оно развивается по-разному. Мы были камнями, растениями, животными, стали человеком. И вот это сознание, оно по-разному развивается. И здесь важно понимать, что, скорее всего, у ребенка есть какие-то кармические задачи, кармическая история, где ему нужно прожить такой опыт. Вы поймите важное, когда вы начнете смотреть с точки зрения Бога, вот мои ученики это знают, я говорю, что когда вы терапевт, ваша задача смотреть с нулевой позиции с точки зрения Бога. Когда вы смотрите с точки зрения Бога, вы все воспринимаете спокойно. Да, и значит, этой душе нужен такой опыт проживания. Поработайте с собой, для чего вам такой опыт. И понятно, что у всех, у кого дети с какими-то болезнями, там эпилепсия, да, он сейчас много видите, вы об этом говорите. Важно работать с родителями, то есть с самим собой. Муж не хочет давать деньги только на еду и на ребенка. Хочу по-другому. Куда смотри? В свою женственность.
мужчина дает деньги на хочу женщины. Вы не умеете хотеть. Когда женщина хочет, мужчина делает все ради этого. Любимые, я доехала. Вот я уже возле своего домика. Надеюсь, вам эти 15 минут были полезны. Я вас всех очень люблю. Обнимаю. И в пятницу жду на выездном уикенде. А 6 июля жду в Москве на расстановках. Вот.